Безуспешным оказался очередной поход ипотечников под предводительством Канагат Такеевой в главный офис Национального банка. Заемщики требуют списать им долги и приводят аргумент в свою пользу. Государство вливает в частные банки миллиарды бюджетных средств. А значит, банки должны резко поубавить свои аппетиты, прекратить выселение и простить долги. Мы подали заявление по списанию. То есть признать форс-мажор в отношении заемщиков, которые, значит, тоже подпали под мировой финансовый кризис. Это 2005 год и 2009 год. Этот форс-мажор был признан нашим государством как форс-мажор в отношении банка второго уровня. Почему не признают в отношении контрагентов? С собой визитеры принесли коробку с 3000 заявлений, которые планировали сдать заместителю председателя Нацбанка Куату Кожахметову. У меня ребенок вот сегодня заканчивает 11 класс, вчера был, как говорится, последний звонок, готовится к ЕНТ, а нас выселяют из жилья. Оно единственное, и цель кредита была, чтобы обрести свое жилье, свою крышу над головой. Ходоков из народа долго не хотели пускать в здание. Пока шли переговоры, молчаливые люди в штатском фиксировали происходящее на видеокамеры. Наконец, договоренность была достигнута, и банковские служащие согласились пустить внутрь несколько человек. Журналистов предупредили, что господин Кожахметов не любит сниматься на камеру, и поэтому видеосъемка в зале для встреч была запрещена. Почему вы прячете свои лица? Что такое? Я надеюсь, у нашего журналиста, единственного оставшегося в стране, не будет никаких потом последствий. Чем к вам. Это что такое? Впрочем, встреча так и не состоялась. Просидев в зале около часа, визитерам сообщили, что аудиенция отменяется по причине срочного отбытия господина Кожахметова в Астану. И посоветовали прийти на следующий день. Это неуважение. Если человек находится не на своем месте, то к чертовой матери это и Келимбетова, Кожахметова, нахрен они нам нужны. Пусть уходит и освобождает кресло. У нас есть люди, которые могут во благо Родины работать. Посовещавшись, возмущенные хамским отношением к себе со стороны руководителей Нацбанка люди решили собраться у его ворот на следующий день в еще большем количестве.